Здравствуйте. Приветствуем. Приветствуем. Павел. Гера. Мишаня. В курсе. В курсе. Удивительно. Какими словами? И тут нас изловили. Дальний край. Мы на Воже. Это туда еще Захаров дальше, да? Боже, Боже озеро. Боже, да. Боже. Надолго? Дня на три. Так быстренько. Не ожидал. Встречи. Вот мы сами не думали, что это самое, поедем туда. А дорога куда с лодочкой? На Харовский, направо на Михайловска, на Кубину, на реку. Ага. Теща на блины. Теща на блины. Четыре выходных дали, да. А, ну, ну да, сейчас же это самое, праздничное. Да. С дедом, с собакой, да, с женой, с ребенком, всей семьей поехали отдохнуть немножко. Рыбалка там? Да, с 11-го открывается. Вот поехали. Сейчас все, приготовимся, до завтра выедем. Едем. Всего доброго. Всего, все, счастливо. Привет! Привет! Здорово, здорово! Поехали? Поехали! Фу! Ну здесь движуха. Мощнецкая. А завтра же открытие рыбалки. Да. Большие лодки есть, мы здесь комфортабельные. Так, одеваемся. Костюмчики. Чужие рыбаки не заезжают. Ворота в деревню, да? Ну, это местные знают секрет узла, на который они завязаны. Да. А это вот не местные стоят. Хотите вкусно готовить на природе, дома, в городском парке? Вам нужен мобильный газовый гриль «О-Грил». С ним вы станете точкой притяжения в любом месте. Проверено нами и временем. Скидка для подписчиков по коду Герасим Шер. Ссылка в описании. Понаставил тут лесников, не проехать! Чай будем пить? По приезду обязательно. А, просто приехал. Ё-моё, она у тебя легко закрывается очень. Ой, как, блин. В Роллс-Ройсе. Так. Собакин выбирается на место. Ну что, здорово. Вот в люксовой версии лесника Pro присутствует холодильник. Вот так вот багажа наложено, как Кира, видите. Кира, скажи держатель для туалетной бумаги. О, да вы что, сразу же, да? Тут, тут ешь, тут вытираешь, да? Pro, да? Профессионально, для большой жопы. Профессиональный подход. Ребят, в шерпе такой бумагой лицо вытирают, а тут, видите, это туалетная называется. И даже представить не могу, чем они лицо вытирают тогда. На собачку ошейник, может, зверюшку какую
погоняет, побегает. Блокировочки включаем. Решали, как будем ехать. Честно говоря, ребят, ну что-то лесники не едут, не хотят. Я бы здесь наваливал, как это, бочком бы. Машина клиентская. Не хотят ее обновлять. Никак. А вот, смотрите, какой экстрим красавец. Кто там говорил, что кузова железного у него нет? Вот есть. Экстрим с железным кузовом. Лесник Экстрим, он выиграл вездеход трофи 2017, чемпион был. В этом году, наверное, тоже будет участвовать, посмотрим. Стрелка топлива начала маленько двигаться. Но все стоят. Так, поплыли лесники, поплыли, поплыли. Вот он, друзья. Что?
Заблудился? Нет, она уже до неузнаваемости заросла. Так нам не проще берегом приехать? Пойдемте попробуем берегом. Андрей, нам проще, где лесник пройдет просто. Ясно, ты застрял. Ну да. Миш, выбраться не можешь на этот? На тресту. Надо было сразу спуститься бы, Макс. Ну что, дергаем тебя? Да. Давай. Так. Вот лебедка у вас хорошая. Лучше. Сразу отъедете какое-то расстояние, да? Да-да, мы сейчас размотаем тебя. Хорош. Давай попробуем. Так, как ты тут зацепился? Еще отъедем, Андрей, а то мы уже погоди, погружаемся. Погоди, давай, я просто, погоди, стой, давай, давай я трос подтяну, мы к нему подъедем, а потом туда сдадим, и туда выйдем. Может, Андрей, мы Андрей, тебя, может, туда подтянем? Андрей, ну, тебя туда вытащим. А я думаю, что он сейчас из этой выедет, лучше так проедет наверх. Давай, мы сейчас назад. Давай тогда. Давай тогда. А, раскрыл? Нет, сейчас раскрою. Да? Убери руку.
проще мотать. Первые витки самые лучше мотаются. Самые сильные. Ну, там радиус маленький, поэтому сила большая. Да. Сматывайся! Маме Андрея привет большой передаем. Мишка тоже передает привет. Мы маме твоей все рассказали, что ты матюкаешься. Вот и сейчас он матюкнулся. Камера не слышала, наверное. Вот еще раз матюкнулся. Надо подумать над этим, да? Так, ребятки, мы попили чайку и поедем. А мы им не скажем, что у нас есть чай с бутером, да? Потому что бутеры — это такая штука, если скажешь про них кому-нибудь, их сразу не будет. Ну, это очень странно. Примета плохая. Если он есть, то его сразу нет. Что, воду где? Да, будет вода, была бы сама вода. Но она и так не перебится. По крайней мере, если ты знаешь, как можно было понять. Ну можно, можно что-то. Мутная, да, черная. Вездеходов должно быть много и разных. Предлагаю вашему вниманию вездеход «Лесник М-Север». Простой, недорогой и надежный вездеход для тех, кому не надо выполнять сверхзадачи. При покупке приятный бонус по коду GERASIMSHIR. Подробный обзор вездехода в описании. Красавчик. Да не убери его, как минимум.
Так это не изба, это дворец. Хоромы. Дворец. Хоромы прямо. На торпах стоят. На сваях. Торпах на сваях. Рядом свет горит. Ух ты, так это курорт какой-то у вас. Так, что это вы тут делаете? Вот так вот тут. Вот приехали в избушку. Изба общаковая, националов. Так просто порядок поддерживают пацаны. За собой подметают, посуду моют, шкаф ставят. Все. Блин, и телевизор здесь, а. Ёлы-палы, ёлы-палы. Три спальных места. Здесь диванчик. И наверху еще, походу, спальные места еще есть. Жарится скромный ужин. Из пакетиков гречки будем есть сегодня и колбаски.